Всем скол, викинги! Привет, друзья мои! Ну что, закончилась Йота. Чуть-чуть давайте подкорректируем звук. Надеюсь, меня слышно достаточно хорошо. Я поставил небольшой фильтрик на звук. Надеюсь, меня отлично слышно. Поглядим, как себя этот фильтр покажет. Так, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, не сильно ли, что у нас со звуком? Потому что звук дело такое. Друзья мои, скажите мне, пожалуйста, не сильно ли? Вроде бы звук нормальный. Так, ух, во сколько уже подошло. Не успел за чаем обернуться, тут уже все викинги мои на подходе. Илья Бондар, ждемс, привет, Илья. Виталий Фокин, привет, что Данил такой пунктуальный? Виталь, пунктуальный, все вовремя запустилось. Расскажите, как соперник по БК, что ожидаете от БК? Я думал, у нас будет скучным. Соперника даже четвертой циты нет. Так бывает, когда четвертая цита еще не построена, а вам выпадает этот соперник. Ну, значит, у вас есть преимущество. Вы можете спокойно запустить осаду цитадели, ее удачно отдефить и заработать нужные очки. Так, ребята, пока стрим только начался, сразу вопрос. Что вы можете наблюдать такого удивительного и необычного в моем замке? Пока вы думаете, идем дальше, читаем наш чат. Андрей Цихоцкий, всем привет, привет, Андрюш. У нас тоже, видимо, скучновато будет. Почему вы думаете, что скучные соперники? Наверное, стата может быть такая. Как вы вообще пришли к такому выводу? Альпина, привет, викинги. Привет, Альпин. Здорово, Андрей Иванович. Привет, Андрей Иванович, привет. Все свои, все здесь, все на месте, красавцы. Полярник, здрасте. Привет, Рашид Мекмакбетов. Петр Суханов, привет. Виталий Фокин. Викинги быстро сбросили мне по 5 лярдов ресов всех. Или я на пехоту, я не пехоту, а танки начну качать и победю вас всех. Ну, тут вопрос, что победит, викинги или танки? Шучу. Денис Макаров, всем привет, здравствуйте, хорошего стрима, Даниил, и приятного чаепития. Денис Макаров, спасибо, дорогой, спасибо. В приятной компании всегда приятно выпить кружечку крепкого чая. Александр Сметанин, здорово, братуха, как ты? Я нормально, ребят, посмотрите, что необычного в моем замке, еще раз вам говорю. Кстати, я настроил счетчик подписчиков. И вижу, что он уже 1064 подписчика. В следующем розыгрыше от Плариума мой канал уже должен участвовать. Как это будет, пока еще не знаю. Посмотрим. Если будут интересные предложения по поводу розыгрыша, пожалуйста, говорите. Будем озвучивать Плариуму. И если эта идея понравится, то проведем этот розыгрыш. Норм чуть громче. Звук громко. Все отлично. Андрей Иванович, звук громко. Какой? Речи моей? Ну-ка. Идея понравится, то проведем этот розыгрыш. Так, слушаю, вроде бы ничего. Давайте пока ничего не буду менять.
если что, то поменяю. Фаги, привет из ГОСа 414. Помнишь ГОС из клана Вуд, который залез тебе под щит? Слушай, ну были такие моменты. Ну, возможно, если речь идет о видео хитрость или с лисом, там, в общем, что-то схитрил товарищ, меня там подобманул. Вот, я не помню, как клан называется. Йоу, Реди, йоу. Народ, в топ-клан 575 босса требуются кони от 150B+. Фаги, 32 замок. Да, Фаги, ты молодец. Ты увидел, что я шагнул в Лигу Асгарда и поднял замок до 32-го. Теперь уверенно иду к 35-му замку. Ликвидатор всем скол. Скол, ликвидатор. Мила, 32-й домик. Да, Мила, да. Александр Светанин, 32-й замок. Поздравляю. Спасибо, Саш. 100 лярдов Зоита. Да, 100 лярдов тоже. Ну, 100 лярдов у меня уже было. Андрей Иванович, звук все ок. Отлично. Кстати, этот плагин должен выравнивать звук, и звук должен быть как на дорогих микрофонах. Ну, я думаю, скоро границы откроют, мы поедем, мы помчимся в Стольнеград, Таганрог, и там приобретем нормальный микрофончик. Янги, Ребзи, всем доброго времени суток. Ищу клан Пехи Т7. Фулл, Гера 69, все шаманы фулл, асы фулл, голд руны, красавчик, сколько моги, Яги. Привет, Даня, Анатолий Коротков. Привет, Толик, привет. Так, видео нормально, все идет, чатик чуть-чуть мы догнали. Что еще из новостей? Значит, друзья мои, перед БК мы забрали место силы. Не скажу, что бои были кровопролитные, но еще практически полный силы купол над местом силы, да, он над ним реет наш флаг. Так, сейчас я вот еще кое-что забыл. Нам нужно бросить ссылку в Discord, потому что многие из Discord'а как раз и видят наш стрим. Сейчас запустится Discord, и мы поглядим, кто к нам на стрим придет из Discord'а. Так, ребят, я активно качаю сейчас замок. Берем, как это хорошо звучит, берем титул. Блин, а Зодчий-то занят надолго. Еще даже не отозвал. 8 минут сап. Так, надо. Так, секунду. Ребята уже начинают закрывать потихонечку караванчика. Мне сейчас также предлагали попробовать закрыть тролля. Ух, тут Кразер уже кинул ссылочку, красавчик.
Да, кстати, ребят, у нас в Дискорде появилась новая рубрика, новый раздел «Набор в клан». Сейчас я даже его покажу. Секунду. Вот. По ссылке в описании переходите в Дискорд. Здесь есть раздел «Набор в клан». Здесь есть закрепленные сообщения. И есть вот первое сообщение в самом низу. Здесь закреплена анкета для вступления в клан. То есть вы ее копируете, вставляете в блокнот. Либо в тот же Discord прям там. Заполняете все данные, которые здесь указаны. И сбрасываете прямо сообщение в раздел «Набор в клан». Это достаточно много экономит времени. Нужные вопросы видны. Что, чего, чтобы не задавать их понапрасну. Заполняете и спокойно получаете свой вердикт. Да, да, нет, нет. Пока Зочи у нас занят, мы немножко почитаем чат, а потом перейдем к Йотенхейму, который недавно состоялся, как он прошел, пару отчетов, какие баллы мы набрали. Также посмотрим, какие соперники по БК нам попались. И, возможно, даже что-нибудь повоюем, поглядим. Янги 370, Бмоги. Блин, ну многовато, Янги. Ну, давай с тебя и начнем. Попробуй, заполни эту анкетку, сбрось в соответствующий раздел. Мы сейчас набираем актив, очень много активных ребят прилетело. Все потихонечку переходим на Т7. Думаю, будет интересно. Да-да, это тот самый видос. Ой, слушайте, столько негативных эмоций у меня тогда вызвал этот видос. Да ладно. Привет, покажи Могу и кланы ГОСа, пожалуйста, Трикстер. 824 ГОС. Заходишь к нам в гости. Вот. Список кланов. Бестии сейчас по Моге на первом месте. У нас небольшие изменения. Ну, Твин Зера — это бывший Союз Мультфильм. Точнее, те викинги, которые остались в нашем ГОСе. Дружина Берендея полностью ушла куда-то здесь, я даже не... Вот она, вот. То есть осталось всего лишь 212 ярдов Моги, 30 человек. Клан достаточно небольшой, занимал второе место. Что у них там произошло, ну, мне трудно сказать. И на базе англоязычный клан Унамен 1 триллион сформатировали ту же дружину Берендея, только немножко в профиль. Здесь я вижу Джокера, здесь я вижу Ирландца НФС. Ну не знаю, ребята дружить не хотят. Что-то непонятная политика, пока не знаю. Как по мне, мне кажется, что это некая ошибка такого формата. Перекос в Моге. Вот. Немножко не моя тема. Вяло текущие немцы. Равновесие. Это тут больше фермеры. Вот. И дальше, 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 дальше. У нас Мога распределена более-менее равномерно. Мы стабильно сейчас, вы видите, идем по плану, по пути к Т7.
Ожидаем еще прилет серьезных игроков. Поэтому будет интересно, думаю. Это то, что касается Моги. Так. Алексей. Недолго мучилась старушка. 32-й домик. Поздрям с Асгардом. Спасибо. Сейчас запустим дальше стройку и ресурсов на 33-й дом. У меня хватает, самородки есть. Так что проблема с ускорами. И сразу же могу сказать, выдержка, которая должна была прийти мне 20 числа, не пришла. Вы видите, что в основной массе это паки за 5 долларов. Это не выдержанные паки, хоть и асгардовские. Эти паки брать мы не будем. Очень много предложений, но все не те. Здесь при переходе на 32-й замок нам выпал зеленый пак. Андрей Степаненко только что подписался. Добро пожаловать, Андрей. Скол. Почему-то не пришли паки. Крайний донат был 20 числа. Об этом даже есть видео, где мы покупаем паки с випкой. Вот. Там были несколько других паков. Почему-то выдержка не пришла. Не знаю. Лариум, к вам вопрос. Почему не пришла выдержка? Так, что у нас по титулу? Титул не обновился еще. Одна минутка. Так. Янги HD, что по тайным знаниям? Какой расход Т7 в месяц рассчитываешь? Блин, ну такой вопрос, конечно, интересный. Мне вот самому интересно. Мы разработали план, по которому будем прокачивать Т7. Что мы будем качать за ресурсы, что за голду. Это также подробно расписан этот план в разделе «Набор в клан». Так что, ребят, все, кто задались вопросом поиска активного клана, заполняйте анкетку, будем рассматривать. Евгений Свиридов, всем ку, привет, Жень. Рустам Салихов, привет, привет, Рустам. Евгения Свиридовна, ну что вы, хоть ключи закрыли все? Значит, по ключам. Ключи мы закрыли все, кроме клановых ключей в последний ивент. Давайте я вам постараюсь показать, что у нас по йоте. Ну, давайте запущу сейчас. Запущу стройку. Берем Зодчего на 15 минут. Многие мне скажут, что лучше бы ты запускал стройку на БК. Я с вами согласен, ребят, но стоит отметить, что на БК я хочу запустить замок, чтобы у меня очки за поднятый замок 33 упали в зачет быка. Именно поэтому. Так, здание. Видите, с ускорами беда какая. Ускоров крайне немного. Потому как много было потрачено на йоту. Сейчас я покажу вам ачивочки, которые я заработал на йоту.
вы видите, что практически с 4 миллионов, практически с нуля голды, сейчас у меня 47 миллионов, что является тоже неплохим показателем. Так, там все включили, скин города работает. У меня еще осталось 6 часов строителя. Я иду по от замка, вот стена, храм Одина, дозорный. Поехали, дозорный. Жду помощь, 36 ручек. Клан Бестий, прожимаем ручки. Дальше, стена, храм Одина, лазарет. Поехали, лазарет. Отлично, запустили. Здесь по... Я напоминаю, что я качаю сейчас шпиков. Эти шпики уже себя показали неплохо в эту йоту. Отчеты пока сохранились, я вам их покажу. Сейчас, друзья мои, секундочку. Отлично. Хочу прокачать Т4, ветку шпионов я полностью закрыл. И, в принципе, вы видите, как строятся замки. Попрошу заметить всех, кто на 31 замке, что внешний вид зданий на 32 уровне уже меняется. То есть здесь другого вида у нас замки. Ну все здания уже выглядят по-другому. Единственное, что, по-моему, фермы такие же остались. А так вот золотые вкрапления есть практически везде. Итак, йота. Сейчас чуть-чуть догоним чат и посмотрим йоту, друзья. Стройку лучше оставить на БК, если паки еще не брал. Реди, ты видишь, да, что я читаю ваши мысли. Вы видите, что счетчик у нас подписчиков работает, 1067. Я надеюсь, мы за сегодняшний стрим, возможно, даже добьем 1100, но это не точно. Играю в основном с кланом, так что прокачала крепость, остановил буквально чутка до конца. Сейчас уже начал атаку качать. Расход Т7, 150-200 планирую. Данил, здорово, дружище. Как дела? Тимур, привет. Дела нормально, вот решил выйти попить чайку вместе с вами. Это я, Кразер, ликвидатор. Я понял, ты мне в личку, да, написал? Так. Костя Альберти, всем привет, привет, Кость. Евгений Свиридов. Без прокачки Т7 нет смысла их учить. Жень, ну мы не собираемся их учить без прокачки, честно тебе скажу. Если дискордом попробует писать 594-й Девсы туристу, то вели либо Девсу. А Т7 хоть прокачали, Евгений Свиридов? Я еще не прокачивал Т7. Т7 у меня в планах. Сейчас добью по разорваться на все фронта. Вообще есть такая мудрость, такая военная. Никто никогда не наступает всем фронтом. То есть нужно бить в одну точку. Вот сейчас у меня задача... задействовать все самородки, которые есть, посмотреть, какой уровень у меня все это выйдет. Расчетный уровень 34 замок. Затем я жду нормальный пак для Лиги Асгарда. Не знаю, почему он не пришел 20 числа.
поглядим. Поэтому все идет по плану. Альпина, сколько моги твой ГОС? Альпина, мой ГОС был 15 триллионов. Мога достаточно раздута. Посмотреть это можно, насколько я помню, в королевствах. 824 ГОС. 14 триллионов. Мога очень разбросана, поэтому минуса ГОСа очевидны. Короче, забрали под себя ГОС. Можно и так сказать. Всем привет, как подготовка к БК? Коля, сейчас мы это обсудим. Трикстер, неудачный ГОС при всем уважении. Да, согласен, но с учетом того, что этот ГОС был 20 триллионов, плюс есть игроки, которые при их улете мы можем снизить могу ГОСа до 10 триллионов. Поглядим, посмотрим. Неплохо ваше Лео поштурмовали в Йоте. Да, Лео бился как лев. Тигр, я с 400 подписчиков. Тигр постоянный наш зритель. Как быстро твой канал развился. Тигр, все благодаря вам. Благодаря вам, друзья мои. Мне последний раз выдержка пришла с запозданием 2 дня. Андрей Иванович, мне кажется, тоже вот жду со дня на день. Ты хоть бусты включил? Ну, конечно, вот смотри. 3 минутки буст. Настройку. Обязательно. Буст, настройку обязательно. Так. Всем привет, Гасан Замана. Привет, Гасан. Мне всю йоту никто не бил. Стояла, постоянно открытая. Сама искала цели бить. Ну, если ваша мога уже за 300-500... Здесь уже, конечно, нужно искать, по-видимому, другие методы. Методы войны. Вот о них мы как раз и обсудим на нашем канале. Вот поэтому как раз для вас я и решил пойти в Асгард, чтобы изучить дальше эту тему. Также еще одним из основанием того, чтобы идти в Асгард, явилось то, что если у вас весь клан играет на Т6, то, конечно, вопросов нет. Вы равномерно теряете войска, равномерно атакуете. Но если игроки Т7 у вас начинают появляться все чаще и чаще, то вы все больше становитесь подушкой. Ну, к примеру, там в крайнем штурме я получил 10 или 15 тысяч осколков, когда мои сокланы получили 140, 150, 300 тысяч осколков с одного штурма. При этом мои потери были 100%, а их потери составляли 5-10%. Так, Алексей, также пришлось сливать шпиков Т1 на ачивку. Да, такие техники тоже были. Салам, викинги. Если скандинавские викинги приветствовали друг друга фразой «скол», то казахские викинги приветствуют все равно друг друга фразой «салам». Когда паки пропадают акционные? Но обычно акционные паки выдаются на 3 дня, причем у всех пропорционально. 536Б у меня, Мил, я помню прекрасно. Ты у нас такая серьезная девушка. Евгений Свиридов. Неудачный ГОС — это наш 847-й. После открытия столько народу основу перетащили. Два топ-клана, англы и русские. ГОС 45Т был. Сейчас половина разбежалась опять. Данил, возьмешь клан семья Ярника? Конечно, нет. Это будет большой перекос. Хотя семиярника я спутал с семитриллионником. Давай сделаем так. Ну, во-первых, мы ищем... тебе надо немножко подрасти. Хотя бы до 50 Б. Причем в правильном формате.
заполни для начала анкетку, которую ты, возможно, будешь корректировать и понимать, какие пункты тебе нужно подтянуть. В Дискорде раздел «Набор клан». Надо в соло открываться, Евгений Свиридов. Слушай, ну, когда моги 500B обычно в соло и открываются, там далеко не все бьют. Там гос прилетел около 14 триллионов, как только открылся гос. Да вот у нас тоже 861 гос. Вопрос в том, кто прилетит туда после открытия. Есть госы, которые большого всплеска по моге не получили, поэтому... У меня 220B могучки, в замке было 150T4 и 7T7. Никто даже щупать не хотел. Ну вот, 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 вот. Чем выше ваша мога, тем меньше желания вас атаковать. Я на йоте хоть и слился, но 1 миллион взял осколков. При том, что мога 61B была. Мога 61B достаточно хорошая мога. Для атак, как приманка, очень даже хорошо. Рационы на 6-9 дней дают. Трикстер, ну, давай так. Дают на 3 дня, а потом еще на 3 продляют. ERB Тайк. Привет. Как я подрасти? Окей. Ты сейчас 300 выше смысла пока не вижу. Меня никто не бил вообще. Данил, когда закупался последний раз? Последний закуп был 20 числа. 20 числа, как с куста. Так, давайте поглядим. Завтра, кстати, упустите шутку богов. Опять Асгард. И снова в бой. 5000 ключей героя. Вы, если помните, у меня 69-й герой. И 200 тысяч ключей нужно. 38 ключей, тысяч ключей я заработал в эту йоту. И уже задумываюсь, покупать, не покупать ключи. Большой такой вопрос. Жатва. Личная жатва. Ребят, жатву я закрыл на 200 миллионов очков больше, чем нужно было. Лига Одина. Получил я 380 оберегов Рейна в целом. В жатве и в других ивентах. Охота за знаниями. Было не до знаний, сами понимаете. В уничтожении монстров я не участвую. Бойня. Бойня в Йотунхейме стоит отметить отдельно. 12 ярдов из 5. Ваш покорный слуга занял при этом оберега Рейна Странника. Забрал. Дальше. Очень важный пункт. Удержание трона. Самое популярное видео, которое было на моем канале за последние, из последних 10, это «Бестии берут трон». Мы простояли на троне буквально несколько секунд, и этого нам хватило, чтобы выбить викингов и принять 3 атаки. После чего, естественно, полноценно нас выбили. Как это было, можно посмотреть в видео на моем канале. Но даже эта попытка позволила нам заработать 5 точек, 383 миллиона, получить 454 место в Лиге Одина. Вы видите, соклановцы также пытались неоднократно что-то еще делать, но основную попытку, вот все ребята, которые в этом списке, всем спасибо, они красавцы. Все участвовали, и Мал, и Стар, и все-все-все. Также в битве за трон стоит отметить промов, которые уже не в первый раз заняли трон. Вы видите, что под ником Нерубиан красуется надпись «Правитель Йотунхейма».
Тут же мы видим, что второй уровень в числе сильнейших получили ребята. Поздравляю! Как говорится, победители не судят. Пром заняли трон. И в ближайший период перед следующей йотой они будут правителями. И очень прикольный был бонус. Это специальные шмотки. Интересно посмотреть викингов именно в них. Как это будет? Интересно. Практически, естественно, все сожженные войска приходилось восстанавливать, клепать заново. В результате этого была закрыта 8-я точка обучения войск, но это не столь интересно. По ачивочкам, друзья мои. Ачивки, ачивки, ачивки. Я открываю ачивочки и перехожу в чат, чтобы сильно далеко не упускать его. 20 числа закупался последний раз. Так, у нас бред был. Кто 350-400 с лягом войска тех лупили, а меня как ЧС занесли. Лёш, ну по-видимому не твой день был. У нас соклана 5Б войск осталось 700 миллионов. Ну, тигр, наверное... Лёв, ну... Сливал, наверное, он для ачивочки ты первых. Я так думаю. Евгений Свиридов, 89 миллионов войск разбились от меня одиночками. 35 миллионов Т7. Поздравляю, Жей. В нашем дискорде, кстати, есть зал славы. Туда сбрасывайте скрины. Будет интересно. Апельсинка в вашем госе играла. Трикстер не слышал такого викинша. Привет, у вас сколько активных игроков? Ну, я только что показывал отчеты. Актив у нас практически 80%. Плюс из которых 50% сейчас вояки. Также есть активные копальщики, которые в рамках условий существующего БК очень-очень сильно помогают. При правильной прокачке можно и с малой могой, и небольшим войском вещи делать. Проверено. Можно, но ненадолго. Но нам до трона далеко, 1.2 клан Евгений Свиридов. Ну ничего, ничего, можно пробовать себя. Привет всем, Николай Кармин, или Кормин. Николай Скол. У меня 7Т клан и тоже как до луны еще до трона. Ребят, ну, чтобы стать сильнее, нужно играть с более сильным соперником. Помните эту фразу из известного фильма? Обожаю этот фильм. Добрый день, у меня вот такой вопрос. Можно ли создавать два одинаковых спецшмота на пехоту, но с разными камнями? Один чисто на защиту, другой на атаку, а то камни менять накладно. Ну, конечно, можно, создавай дополнительный сет и меняй те шмотки, которые ты вставишь в этот сет, соответственно, будут подставляться. И ты, если считаешь, что... Ну, тут даже больше не накладности, с таким количеством голды, накладно, не накладно, там тратить 8000 голды на один камень. Ну, с одной стороны, да, немало. При активных боях выскакивает немаленькая сумма. С другой стороны, тут основной вопрос удобства и скорость. Насколько быстро ты можешь сориентироваться, чтобы перераспределить шмотки из защиты, сатаковать, потом опять уйти в защиту. Ну, как по мне, очень удобно будет. Привет, Даниил, как оно? Ильдар, все нормально. Вот, пью чай с викингами. Думает, четвертый вид войск качать начать. Давай, мил, давай. При твоей моге, как бы, только вперед. Ильдар, все нормально. Надеюсь, со звуком у нас все нормально. Так, периодически захожу, проверяю.
Я тестил в йоте как камни на здоровье, так и на защиту и урона. Разница невелика. Ну, может быть. Может быть, это я вот никак не проверю. Моя рыбалка долго менять. Милая, будешь 700 Б весить. Там, где 500, там и 700, Леш. Пришел к выводу, что разница очень мала, чтобы делать шмот на атаку и защиту. Тоже позиция. Просто запаришься на два набора собирать руны. Да, тут вопрос в рунах. Я считал, у меня уходило 1,5–2 миллиона на одну легендарную руну. Мила, ты в каком госе? Милочка, ответь, пожалуйста, в каком ты госе? Так, что у нас по ачивкам? Я заработал второго тролля. Так как клепал войска пятого, пятый уровень, нужно больше воина. Получил шестого волка Йотунхейма. Кстати, сейчас я закрываю, охота только начинается, у меня даже чуть-чуть стал подлагивать телефон. То есть я вот на выходных не мог включить телефон, потому что он выскакивало сообщение, ваш телефон перегревается и будет отключен. Третий гладиатор, друзья мои. Чуть-чуть не хватило до четвертого уровня. Храброе сердце. Кстати, храброе сердце — такая неэкономически выгодная ачивка. Но, тем не менее, второй уровень получил. Наконец-то мне пришел белый волк. Друг не Белунгов. Слезы Фреи у нас по двоечке. Яр всемогущий. Не за горами. У нас многие стали закрывать безумие отвага. И уже посматривают на караванщика. Я вот думаю, что тоже скоро им займусь. Но всему свое время. Скорее всего, сначала я сделаю охота только начинается. А потом займемся и караванщиком. Ресурсы пока у меня есть, так что... В нашем полку прибыла Чумаченко Дмитро. Только что подписался. Приветствуем тебя, Чумаченко Дмитрий. Так. Я перед йотой бил духов 10 часов. Набил только 9 эпиков. Ну тут вопрос, ты с подпиской бил или как? Давай отвечай. На защиту руны на пехоту быстро не путайте. Руна на атаку и руна на защиту. Секундочку. Ты хочешь ставить не золотые руны? Ну вот смотри. Урон убийц. 32%. А ты хочешь поставить на защиту, но 15% каменную кожу, к примеру. Ну, по пехоте то же самое, да, там возрождение. И что там у нас из золотых рун? 32%. Мне кажется, ты проиграешь в процентах. Что-то у меня такая чуйка. ОРМ младший просит Зодчего. Зодчего уже дали. Кто дал титул? Убираем надпись на стене. Убираем надпись на стене, друзья мои. Правильно, за собой надо убирать. Так. Может, кстати, сегодня что-то поменяется в паках, а? Как раз два дня после. Надо будет чуть попозже перезайти, потому что я где-то в это время делал закуп. Интересно будет посмотреть, если прямо на стриме все поменяется.
Так. Руна на атаку в любом случае сильнее, нежели остальные. Правильно, Рейнер? Я тоже так говорю. Привет, брать пак 7 миллиона энергии героя и 500к золота. Храброе сердце с троллем делать одновременно, как раз две чипки закрываются. Да, возможно. У меня так не получилось. Ну, получилось, но... Что-то не срослось. Сильно много ачивок, мне кажется. Уже, ну, попозже закроем. Боевой клич его додолго, но на защиту там другие руны. Они быстро собираются. Но они мало дают, моя рыбалка. Михаил Лобанов, привет. Ты покупал подписку или так бил захватов? Я так бил захватов. Причем на один уровень у меня уходило 1.5 дня где-то. Игорь Перун, Данил, как твое мнение, есть ли смысл бить духа первого уровня, если шам не прокачан? Если шам не прокачан, то бить духов первого уровня стоит только если вы закрываете ачивку. Я закрывал ачивку и духами, потому что духов гораздо больше, чем захватов, да, тем более в ивент. И скажу, что с трудом насобирал на редкую руну. Очень долго и вообще настолько. Вы про руны просто забудьте. Если у вас шаман только первого уровня, точнее, может бить духом только первого уровня, это будет крайне невыгодно. Их и так геморрой набить, эти руны. Ну а так, мне кажется, будет даже в два раза больше потраченной энергии и всего остального. Урон и защита, что вы путаете? Рыбалка, ну это... Ну мы не путаем, просто ты пойми, что всегда есть баланс. Твои воины имеют и защиту, и урон. Если ты добавляешь к защите 15%, а другой добавляет к урону 32%, то вот он выиграет. Ну это лично мое мнение. Нет, без подписки, просто тупо 10 часов полетал, каждому бил, штук 250-300, наверное, убил. После этого у меня вообще больше нет желания бить духа. Да нет, надо бить их подряд, ставить ускорение и не летать там. Когда уже больше 30 километров расстояния, тогда уже менять. Ну, как-то так. Всем привет, Ярл Бьордален. Привет, Ярл. Да сколько там тех рун? Взял да набил. Альпина красавчик, поставил цель, сделал. У меня 3 вида войск, а рун на 4. Красавчик. Так брать пак с энергией золотом за 9 долларов? Нет, Дим, не брать. Жди выдержанный пак за 20 долларов. Моя рыбалка, у тебя камни будут стоять на защиту все, а руна золотая на атаку. Смысл от этой руны? Скажи, если она на атаку заточена, ставит руну, надо на защиту. Ребят, вы поймите, нету руны на атаку. Вот запомните, нету руны на атаку. И нету камня на атаку. Нету. Вы ошибаетесь. И это я сейчас, ну, я вам докажу. Ну ладно, это камни, вот давай в руны зайдем. Давай почитаем, как она называется. Как называется вот устрашение? Урон убийц. Не атака убийц плюс 32, а урон убийц. А урон бойцы наносят как при защите, так и при атаке. Пожалуйста, не путайте. Даже если вы дефите замок, дефите цитадель, то вы наносите урон, несмотря на то, что стоите в защите. И вот урон 32 будет лучше работать, чем защита 15. Ну а там думайте, сами решайте. Как ты получил достижение Белый Волк? Данил Адам, Адамский. Или Адамский. Дань, ну,
это уже не секрет, нужно бить все 16 видов захватов. Я набивал ачивку, то есть бери и набивай ачивку с духами, либо ачивку с захватами. И рано или поздно ты получишь ачивку Белый Волк. Если честно, я даже ее провтыкал. Я не увидел, когда она пришла там. Ну, я знал, что надо рано или поздно какого-то духа там я там записывал. Ну, блин, это не важно. Вот я так шел всех подряд там каждый день. Лупил. И пришла эта ачивка. Сейчас я продолжу закрывать ачивку. Охота только начинается. Там дальше вообще очень интересно. 8000, да? И, как по мне, придет и второй Белый Волк, и третий. Руны скоро будут сниться мне. Мил, ничего в них страшного нет. Не переживай. Как ты получил до сих пор? Скинул скрин диз. Давай проверим здание чата. Знают ли остальные, в плюс тут ударил или в минус? Кстати, очень интересный такой челлендж. Ребят, заходим в бражный зал викингов. Сейчас я выведу этот же скрин на трансляцию. Так, мы говорим в плюс или в минус у нас ударил тот или иной викинг, да? Эдди Крис у нас атаковал. Он проиграл, безуспешная атака. Соответственно, весь отряд 4 миллиона 210 воинов пошли в зачет стороне, которая оборонялась. Вот там мы с тобой спорили, кстати. Очень интересно так получалось. Ну, лично я считаю, что плюс сыграла оборона. Потому что она выиграла, и ей в зачет пошли не 3 миллиона 368, а 4 миллиона 210. То есть весь отряд, который отразила эта сторона. Но, насколько я помню, ты мне говорил, что погибших больше, чем 3 миллиона 775. Возможно, это и так, но в зачет. Вот в зачет. Если 3 миллиона 700. Ну давайте, ребят. Я помню, что мы спорили. Мне, кстати, интересно, это было бы проверить в очках. Если есть скрин потом очков. То как думает, ребят. Кому не видно на трансляции, переходите в Discord. Там есть ссылочка. Так, мне нужно посмотреть чат. Так. Все переходим в Discord, смотрим тот скрин, который сбросил Реди. Задира топ. Здоров, привет, Задира. Ракета, Даня, привет. А караванчик с подпиской банкир делается? Ну, а почему не делается? Делается, конечно. Конечно, делается. Ты меня услышал про камни все-таки? Задира топ. Так, поясни. Не пойму, о чем идет речь. Игорь Перун. Есть руна на урон вне зависимости, атака или защита? Да, Игорь, ты прав. Иван Карагодин. Привет, какие руны ставит на Рейна? Давай посмотрим. Значит, у нас есть профильные руны на урон. Вопрос, есть ли стальной вихрь при обороне крепостей?
Но мне кажется, урон при обороне крепостей девяточка все равно будет проигрывать 32-му урону профильному. Ну, то есть они есть, но вопрос, выгоднее ли они. Как по мне, нет. Что там с ручками? Ручки пока... пока не работают. Единственный плюс руны на 15 в том, что их быстрее набивать, чем голдовые руны. Правильно, Рэдди? Яр, в каком порядке ставить камни-то хоть? Порядок вообще не имеет значения. Может, я не прав, извините, надо тестировать. Чумаченко Дмитро плюс. Посмотри видео про руны для новичков того же Веника. Потерь меньше. Потерь меньше. А, в плюс. Потерь меньше. Альпина, что в плюс? Кто в плюс? Причем тут потери? Ты на отряд смотри. Да, если отряд проигрывает, то зачисляется общий отряд. Общее количество. Не только те, которые погибли. На ней делает штурм. Правильно, в плюс. Но не потому, что атакующий потерял меньше. Защитнику считается весь отряд атакующего. Данила, как ты делаешь, что сзади стены не видно? Это хромакей. Сколько умерло, столько и очков. Ни одно быка так затащил. Альпина, ну, блин, у меня другая информация. Если ты проиграл, то твоему сопернику зачисляется полный отряд. Альпина, сколько тебе лет? Причем тут... так, ребят, ну, давайте, не ссорьтесь. Это спор. В споре рождается истина. Давайте без уколов личных. Я тебе уже месяц говорю, что нет камня атака. И по этой причине общий урон эффективнее в сочетании с профильным здоровьем и уроном. Защитнику пошли только то, что он убил, а не за отряд. Да пох на отряд, очки так считает. Альпина, ты видишь, вот YouTube блокирует твои сообщения за маты, поэтому я их разблокировал, но ты, пожалуйста, постарайся сдерживаться. Так. Так, друзья мои, давайте чуть-чуть два слова о БК, тем более я не видел еще соперника. Так получилось, что анонс БК был с субботы на воскресенье, и в этот период я был еще в Лиге Одина. Этим самым последняя БК на этом аккаунте, которая... Я буду играть в Лиге Одина в личных достижениях. Естественно, я постараюсь закрыть по максимуму эту точку. Но давайте посмотрим, какой соперник попался клану Бестии. Напоминаю, что наш клан вырос до 3,5 триллионов. Вы посмотрите на нашу эффективность. 19,5 тысяч очков. 11-0 это наше соотношение по битве кланов. Мы входим в 265 кланов, которые в игре викингов после вот этой статистики не проигрывали ни одного быка. А вообще с практически за год всего лишь 2 быка проиграно, остальные все выигрышные. Наши соперники имеют немножко другую статистику, хотя достаточно небольшая, немаленькая эффективность.
7-4 это их счет по битве кланов. Ведем набор активных игроков, готовых играть в команде. Минимум Т7, 10-9-9. Или готовность перейти в ближайшее время. Боевой сет, профиль Уба, Шам 6. Профиль желательно Рен, руны минимум Эпик. Онлайн на боевых ивентах 1-2 пока в месяц доната. По приему писать вождю или старейшинам. Посмотрим статистику. Всего так 124. Побед 167. Ну такие бойцы, бойцы. Я думаю, будет интересно. БК 38 ярдов. Уничтожено и потеряно 28. Где-то 10 ярдов зазора. Хотя обучено 32, 28, все равно 36, 28, ну чуть меньше 10. У нас же показатели после этой йоты другие. Мы всего провели 175 сражений, 139 тысяч, примерно одинаково, 110 тысяч. А так, ну равные, равные кланы. По обученным войскам у нас чуть больше показатель, но войск в наличии у соперника больше. Посмотрим, шутки Локи, 501 ГОС, достаточно старый ГОС, состав клана тоже равномерный. Серьезный соперник, ребят. Если на канале Викинг Даниил подпишитесь и поставьте лайк и дизлайк прямо сейчас. Лучше лайк. Есть викинги из клана Шутки Локи, 501 ГОС. Передаю викингам привет, скол. И желаю интересного БК. Надеюсь, мы вас порвем. Так, друзья мои, это что касаемо БК. Так, что у нас чатик? Тут вы не правы. Данил, какие планы у вас в клане на следующую ярость? Вань, ну, нам интересно, в первую очередь, новый формат клана, который сегодня переформатировался. То есть, вот этот вот клан, который несет в себе 3 триллиона, как он себе покажет. Как у нас покажет Twin Zero, будет ли он опять бить своих сагосовцев, вот, в том числе Владимир, который лупит плитки в своем госе своих сагосовцев. Ну, как бы, открытые замки рыбачьи лупит. Ну, это не есть хорошо. Я думаю, мы постараемся затащить хотя бы достойно. Вот. Крайние ивенты показали, что еще нету у нас сплоченности, да, госа. Вот, ну, поглядим. Я уже жду, не дождусь, пока мы ярость, когда мы ярость выиграем. Поэтому в ярости хотелось бы в планах занять хотя бы второе место. Возможно, вы не обладаете должным опытом, но я вам базарю. По красненьким циферкам потери считаются. Я ни одно БК так затащил. БК будешь участвовать. Конечно, Лёш, БК буду участвовать. А если сейчас пак за 9 долларов все мои энергии. Слушай, ну вот смотри, посчитай, Дим. Я брал пак с энергией героя за 20 долларов. И там было 35 миллионов энки. А теперь подумай, стоит ли тебе сбивать выдержку ради 10 долларов из 7 миллионов энки? По-моему, ответ очевиден.
Я вам говорю, как игрок 4-летним стажем, вы правы, атакующий бьет в плюс. Но, повторю еще раз, это не потому, что атакующий теряет меньше 8. Если атакер убил 10, потерял 9, он выиграл. Ну, Леш, тут надо... Дим, ну давай, может быть, напиши, почему выиграл первый. Свою теорию. Опять же, нужно это проверять. Чумаченко Дмитрий. Выдержанный пак на энергию 35 замки стоит $20. Там 16 миллионов голды и 50 миллионов энергии. Да, на 35-м. Я говорю за 31-м. Я не знаю, как долго вы играете, какая у вас много опыта игры, но, видимо, мне раз вас не разубедить. А что убеждать? Мы так точку МС быка слили. Ну, а как он ударил на скрине в плюс? А если замок ниже, Алексей? Я тебе говорю, если замок ниже, 35 миллионов будет. Я писал выше. На 31-м примерно 30 энергии, 10 голды за 20 баксов. 35. Жди 31-й день с последнего доната. Не покупай вообще ничего и будь тебе счастье. Да, так и есть. Так, почему он в плюс ударил? Ну, сейчас, давайте, если не ответит, я знаю, что он имеет в виду, я вам расскажу. Алексей, можешь сказать, какая выдержка с 1-го, 10-го замка? 20-го, 30-го, 35-го. Выдержка везде одинакова. Ну, Леша, ответь мне. Видимо, вам еще рано это знать, может быть, со временем узнаете. ГИС расписал Даниилу, почему он ударил плюс. Не так считается. 21 замок это первая ступень, потом 35, потом 35. 21, 30 замки примерно одинаково, потом 31, 34, потом 35. У меня 28. Дим, гони до 31, а потом все уже качай. Так, что там наши ручки? Ну вот видите, Володя тут как лупил, так и лупит. Фермеров наших. Хотелось бы в БК поднять дальше замок. Будь здоров, все. Так, сейчас попробуем перезайти. Возможно, у нас обновятся паки. Потому что, кажется, вот где-то в такое время был донат. Ну, прям минута в минуту. Действительно, там же у нас сколько? 30 дней. Апрель, май, январь, февраль, март, апрель, май. Май 31. У тебя май 31. Нет, $5, $5. Да. Хорошо бы Ингу мудрую закрыть. Было бы неплохо. Понял, спасибо. Какие камни и руны надо ставить для пехоты? Ну, типа урон, урон, защита или защита, защита, урон или как? Я бы ставил профильные камни. Вот я приверженец того, чтобы ставить профильные камни. Даниил, завтра тебе придет. Леш, ну надеюсь, поглядим. Поглядим, посмотрим, подождем. Друзья мои, поставьте, пожалуйста...
лайки, дизлайки. Подана там на 2 дня перед тобой, мне только вчера выдержка упала. А, вот. Я подана там на 2 дня перед тобой. Мне только вчера выдержка упала. Альпина, ты в плюс. Ну, подождем, это было бы прикольно. Это было бы прикольно. Так какие, а то я не понял. Ну, смотри, давайте я расскажу, как я ставлю. Вот я проверял на малом количестве войск, потом еще хочу проверить на большом количестве войск. И если говорить по камням, то есть всегда камни на урон, которые максимум дают 10%. Это профильные камни, например, урон шпионов, там, либо урон убийц, да, к примеру. Все они дают 10%. Также есть урон всех войск. Так вот. Если ты играешь, например, вот как я, убийцами и шпионами, то лучше ставить урон всех войск, чтобы этот камень работал как на шпионов, так и на убийц. Это раз. Второе, я считаю, что нужно ставить профильный камень. То есть, к примеру, здоровье убийц 12% будет лучше работать, чем здоровье всех войск, если ты играешь только убийцами. Опять же, если ты играешь и убийцами, и шпиками, то тебе лучше ставить здоровье всех войск, если ты, например, дефишь замком, да, чтобы этот камень работал и на шпиков, и на убийц. Если ты идешь в атаку, то ты идешь каким-то одним отрядом, либо шпиками, либо убийцей. Соответственно, тебе нужно ставить туда профильный камень. Здоровье, защита, убийц. То есть я, например, ставлю, если у тебя пехота, это Раухтапас, защита пехоты плюс 12, да? Ну, у тебя 28 замок, поэтому там о втором виде войск пока вообще нет, не идет речи. И здоровье пехоты, вот. Спесартин. Ну, вот и все. Но ты видишь, как часто выпадает здоровье всех войск, например. Ну вот, я их перерабатываю в пыль. Там оставляю себе. Сколько оно? Всего их 21. Вот 10 оставлю. На моем уровне випки камни совмещаются бесплатно. Да, ребята, сегодня буквально на работе вообще, ну, блин, как по мне, не мой день. 66% золотого гарда, то есть 6000 осколков, почти 7000, проклацал по 1% и все слил. Блин, я так расстроился, 6000 осколков. Поэтому подумайте, клацать по 1%. Проценту или нет. Так, Даниил, ну же тоже еще не играли таким составом на ярости. Ну, не играли, поэтому посмотрим. Даня мой вопрос пропустил. Альпина какой? А почему он в плюс ударил? Ну, смотри, но основной момент, о чем говорит у нас, кто задавал вопрос. В общем, что по этому скрину? Есть, ну, как он объясняет мне в Дискорде, что у отряда, который защищался, потерь на 20% больше, чем в отчете. То есть это можно сравнить, если одновременно ударить и посмотреть атакующую сторону и проигравшую сторону.
Я не знаю, почему так. Ну, я считаю, что, ну, моя версия, то, что атакующая сторона потеряла очки согласно отряду. Вот так вот я думаю. Если считать чисто по потерям, то, опять же, первый в плюс, точнее, второй в плюс вбил. Блин, ну не знаю, я уже запутался, честно. Но что атакующая сторона плюс 20% не показывает потери в отчете. Вот так вот, как-то так. Ну, если я не прав, пожалуйста, в чате меня немножко поправьте. Это не моя теория, поэтому, блин, я в ней плаваю. Какие у вас требования, чтобы к вам прилететь, Михаил Кузнецов? Миш, посмотри в Дискорде раздел «Набор в клан», заполни табличку, сбрось туда и увидишь, вождь тебе скажет, подходишь ты или нет. По поводу требований есть отдельное видео на канале «Набор в клан» называется. Посмотри, там все расписано. Реди ты гонишь, тьфу, я с 85к посчитал, плюс. Однако вопрос, плюс насколько по-вашему? Мой поход ему зачислен, и насколько плюс или минус? Я уже ответил, что плюс, так насколько в плюс? На 50к, неправильно, на 62500. Я тебя посмотрел и слил 8, так что бывает. Виталий Джимейл, привет, Дань, привет, Виталий. Георгий Вазиев, много денег тратите на игру? Ну, от 40 до 60 долларов. Много денег на 50к. Блин, ну вот это что-то в вопросах вы зависли, так интересно. Ты уже запутался. Альпина, найди меня 503-м ник АЛ. Пропустил, Даня. Альпин, ну вроде бы ничего не пропустил. Сейчас. Почему он в плюс? Ну и как он ударил на скрине в плюс? А где ты играешь? Альпин, ну напиши еще раз. Я... Все сообщения так долго буду искать, если не трудно. Напиши еще раз, пожалуйста. Не 20 на 25, протести в жажде, через 3 часа начнется. Посчитай точные очки, да. Ну давай просчитаем. $281,545 core. Я это к тому, что посмотришь прокачку, может мнение свое скажешь. Как набрать большое могущество, армии или замок качать? Георгий, могучку не надо стремиться подымать. Она сама придет. Ты, главное, правильно качайся. И все будет четко. Так что, Георгий, не гонитесь за могучкой. Наоборот, некоторые могучку сдерживают, прячут.
Если я запускаю штурм 1 миллион Т1 и убиваю 850к Т4, Т1, а теряю 800, то кто в плюсе? Если ты запускаешь штурм, убиваешь 850, теряешь 800. Ну, я считаю, что если ты выигрываешь, то ты в плюсе на 50к. Если ты проигрываешь, то ты в минусе на 150к. Вот я считаю так. Я считаю так, друзья мои. Сегодня ручки у нас жмут не очень активно. На 32-м замке уже это 36 ручек нужно собирать. Хотелось бы, конечно, еще два здания запустить на втором строителе. Да, кстати, еще одна такая особенность. Когда вы переходите на 32-й замок, то есть в Лигу Асгарда, то каждое здание, ресурсная локация, добавляет к бонусам, к военным бонусам, лесопилки добавляют к урону всех войск плюс 0,5%, если это 32-й уровень. Рудники к здоровью всех войск, а еда к вместимости лазаретов, каменоломни к защите, по-моему. Да, к защите всех войск. То есть монорез, он тоже работает. Соответственно, у меня лесопилки, соответственно, урон всех войск у меня будет на каждой лесопилочке добавляться по 0,5%. Но опять же, я на этом пока заострять внимание не буду. Добью сейчас 32-й оракул, пойду дальше в 33-й замок, 34-й. Параллельно начну уже качать в 32-м замке свои показатели. У меня есть план, по которому нужно будет действовать. Шпионаж у меня практически закрыт. В обучении Т5 мне не нужны. Начнем качать ветку Т7. Здесь есть уроны. Здесь есть самое главное, как по мне, это количество войск в походе и здоровье вражеских войск. Традиционно эти знания находятся в самом конце. Но мы к ним дойдем. Я проиграл и в плюс. Альпин, ну, я тебя понял. То есть ты ориентируешься исключительно на красные цифры в отчете. То есть если у тебя меньше показателей по потерям, ты выиграл, правильно? Вот, но я вот слышал другую информацию, что если ты проиграл, то сопернику засчитывается полноценный отряд, который он отразил. Попроси в начале жажды кого-нибудь на пути поставить фул поход Т1 и ударь 1 миллион Т1, потом посчитай очки. Только не обучай войск. Ну, надо проверить, кстати, да. Водичка. Даня, можешь сказать или посмотреть, сколько пыли нужно для запуска атаки циты? По-моему, 300. Сейчас скажу.
Так. Осада. 250. Вот наша, у нас вторая башня, драгоценная пыль, 250. Ну, активировать ее я не буду. Я чуть не нажал активировать. Вот бы злый день удивился. Так, она у нас откатилась. Так что... 250. Так, друзья мои, нужно обязательно проверить щит. Смотрите, 14 часов. Я сейчас ставлю минимум 3 дня, чтобы у меня было в запасе. Независимо от того, буду заходить завтра в игру или нет. Уже научен, блин, кровью и потом. Это... привычка у меня была. Так. А поместье? А поместье у нас стандартно прибавляют к ускорению обучения, но уже по 5%. Это очень серьезный показатель. Если у вас, как у меня, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 поместий. Вот посчитайте, если я их все качну 5 на 13, 80% к ускорению обучения. А это на Т7 немаловажно. Санечка, а чай можешь принести мне? Даня, правильно прокачиваться, это что ты имеешь в виду? Объясни, пожалуйста, как мне сказали, нужно... Можешь мне чаек принести? Как мне сказали, нужно выбрать один тип войск, качать только его, якобы монорез, на один вид ресов, это разве правильно? Георгий, зайди, пожалуйста, на мой канал. Сейчас я тебе сброшу. Там есть плейлист для новичков. Удели, пожалуйста, по 10 минут каждому видео. И очень подробно расписано, что качать в первую, вторую, третью очередь. К чему идти и почему. Очень рекомендую. Плюс там есть стрим с вождем клана Бестии, который полностью поэтапно расписывает весь путь новичка. Поместье на скорость обучения. Да, правильно. Зачем плитка? Я замки. Вам коняшки Т6 клан не нужны? Нужны, нужны. Ребят, все, кто хочет к нам в клан, пожалуйста, заполняйте... соответствующий раздел, набор в клан. И будем с каждым общаться отдельно. Будем активных игроков, которые нам подходят по параметрам. Опять же, есть видео на канале «Набор в клан». Требования сейчас уже даже поменялись. Вот. Не такие жесткие ограничения по моде. Лига Одина клановая. Запас еще есть. Главное, актив, актив, актив. Вайбер, звонок, дискорд, голос. Ребят, ну вы видите, мы выкладываем видео, где прям в онлайне там штурмуем, ставим ловушки. Поэтому заполняйте анкетку, будем общаться. У меня еда на 29 замке, 90 час валит. Но это еще не все камни, все руны. Ну отлично, отлично. Не забудь первым взять пак с самородками и поднять на 35, потом остальное брать. Реди, ну немножко не так буду делать. На самом деле самородки у меня есть. Самородков до 35 мне хватает. Точнее до 34, 139 тысяч.
Плюс я не помню, мне трудно посчитать, сколько с каждым переходом дают еще самородков. Поэтому я хочу потратить все свои самородки и там уже понять, нужны они мне, не нужны. Возможно, их не стоит покупать, а так можно добить. Посмотрим по ходу. Очень так сложновато это все дело посчитать мне лично. Вот. Пока буду действовать по такой схеме. Привет, это твоя основа или ты раньше играл? Это просто новый акк, Родион Живак. Это моя основа. Основа, я полностью вкачал 31 замок. На нем достаточно долго играл. Вот, показал своим подписчикам, раскрыл всю тему 31 замка. Вот, как на нем можно воевать, выигрывать, атаковать, защищаться. Вот, и сейчас у меня появилось желание двигаться дальше в Асгард, 35 замок, 37. Родион Живак, привет, это твой... Ага. Альпина, на БК так сделаю и сделаю скрины, отправлю тебе. Правильно, Альпина. Лучшее доказательство это факты. Даже осколки идут за весь поход атаковавшего. Если тебя бьют 2М, ты один, то тебе идут 2000 осколков. Альпина, только даже если ты не прав, то тоже сделай, пожалуйста, скрины и сбрось. Так, 60, а не 80. Альпина, так почему тогда осколки тебе идут за весь поход атаковавшего? Очки ты считаешь только по своим потерям, которые были фактически. Потому что гладиолус, да. Ну вот так игрука считает. Мы уже про осколки, очки уже не интересны. Спасибо. Данил, извини, если повторяюсь, но как ты сделал так, чтобы стена сзади на стриме не виднелась? Игорь, возьми, забей в поисковике, либо в ютубе Chromokey, и тебе там все расскажут. Альпина, да, Даня, зайди в ГИС. Так, ты имеешь в виду в какой ГИС? В голос? Или куда в ГИС? Альпина, тут рельсик у нас в стриме, в голосе. Алексей. Вот, я зашел в голос. Голос стрим. Оп-оп-оп-оп. Не фоните, ребята. Здрасте. Да, привет. Тебя фонит. Рельсик, я там расписал по пунктам, что нужно делать. Тут что-то ребята свое общаются. Альпина, ты что хотел в голосе пообщаться или как? Так, ребята зашли на голос. Ну, по-видимому, вам так удобней. Альпина, в общем, отпиши, что ты хотел в Дискорде. Я там. Это взаимосвязано. Могу услышать ответ на вопрос. Задам немного по-другому. Почему осколки идут за весь поход от куча? Очки считаются только за фактические потери. Ну, блин. Ребят, давайте я предлагаю доказать это на деле. И все решится. В споре рождается истина, но споры могут зайти очень далеко. Сколько у тебя аккаунтов Mobile Legends? Ты с какой целью интересуешься, бро? Данил, спасибо. Игорь, пожалуйста, Альпина в личку. В личку, в личку, в личку. Так, друзья мои, у нас буквально минут 20, не больше. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Привет, Дань. Привет, привет. Так, не вижу. ИВН1. Ник в игре какой твой?
Ready. А, ты Ready, да? Все, понял, надо тебя переименовать. Сейчас. А Альпина кто-то из здесь присутствующих, я так понял, нет? Нет, 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 нет. Так, я вот тоже понять не могу, да? Смотри, такой момент, вот про вот этот спор. Если человек считает по своим фактическим потерям, да, ну то есть вот он приводил пример 1 000 000-1, да, иду 850к, если он теряет 800 000, но при этом здесь, кстати, не было пояснений, что сколько стояло на плите. Ну, допустим. Но он за замок. Защищаешься, да, там условно тебя бьют соло ударом. Условно там тоже 1 000 000-1. Почему вопрос? Вот, я могу услышать ответ, да, что. Почему осколки приходят за весь поход, то есть 1000 осколков? Но ты почему-то считаешь очки. Вот ты видишь, он утверждает, что так считает именно игра. Ну, я там услышал кого-то ответ, да, потому что гладиолус. Ну, по-видимому, свои у каждого есть аргументы. Нет, ну смотри. Ну, там, это, конечно, не он ответил, но тем не менее. Я к тому, что самое лучшее разрешение спора это... Это сейчас вот через 2 часа. Это, да, это на ивенте взять и попробовать. Жажда, насколько я помню, начинается раньше, чем БК, да? До БК, да. Вот. Ты можешь попробовать свои, ну, желательно, наверное, на 1 000 000 это сделать. Вот. И тут же вопрос был по замку. Угу. А это считается система, то, что я тебе приводил, да, что я тебе пояснял, она считается как замки, то есть так и на плите. Факт в том, что только что тебе нужно неудачно атаковать, чтобы вот эти 25%... Чтобы разбились, насколько я понимаю. Да-да-да, чтобы ты неудачно именно атаковал. А если как бы ты атакуешь удачно, вот даже на примере последних наших штурмов там на Месси брать, вот 162 миллиона, да, по Месси максимум, потому что, и бьют тебя, к примеру, 140 миллионов. Ой, наоборот. В МС сидит 162 миллиона, ты бьешь 140 миллионов штурмов. Ты пробиваешь этот креп МС, да? Очки считаются тебе не за то, что ты по факту убил, да, там примерно 145 миллионов из 162, а за все 162 миллиона. Но ты... Приветик. Но ты, к примеру, теряешь при этом 100 миллионов, да? А тебе идут очки за 162 миллиона войск, что ты убил в Месси. Не фактически, который ты убил, а за весь, за все войска, что ты сидели в Месси. Ну ты я тоже, да, такую теорию слышал. Ты теряешь при этом 100 миллионов, но противнику, который защищался, ему идут очки не за те 100 миллионов, которые ты потерял, а исходя из логики, что мне объясняли, и как я уже потом лично убедился, противнику идут очки за, сейчас скажу точно, 125 миллионов. Рэйди, вот смотри, у нас буквально на прошлом, на позапрошлом БК была ситуация. Мы заводим креп в МС, мы играли с инусами, и у нас залетает... Лёш, извини, представься, ты в чате и в игре, как ник твой. Алексей в игре АЛ, канун 503 года. Все, услышал. Значит... И этот Инос фулл прокачанными Т1 миллионом лупит нам по АМСу. Выстегивает нашему вот этому недопрокачанному 1 200 000 Т1. После чего радостно текает. Обновляются очки, и мы им торчим вот именно так, что у нас в битве по АМС мы получаем сколько? Х10, да, 100 миллионов очков. Они получают 120 миллионов очков. Все, после чего они радостно слушают МС, точка слита. То есть он об нас разбил 1 000 000, нам разбил 1 200 000. Давай еще раз, подожди, он вас атакует, каким отрядом? Вы сидите в МС, да? Да, мы сидим в МС, на там Т7 и так далее, и у нас в эту же МС заводит наш малыш по незнанию 1 200 000 своих там Т5. 1 200 000 зашел, есть. Да. Бьет вот этот, бьет этот ангел. Каким отрядом? Он об нас разбивается. И он теряет 1 000 000.
Анамон убивает у этого малыша 1 200 000. Да. И после обновления клановых очков точка слита. А, подожди, надо же чуть подробнее. Каким отрядом он атакует? Т-первыми. Он Т-первыми разбивается, каким количеством атакует? Ну, миллион? Я говорю, грубо, да, там, я не помню точно, но примерно он бьет 1 000 000. Но там же вот этот задел 20%, он может сыграть роль ему в плюс. То есть ты хочешь сказать, что получается ему зачислились именно потери? Да. Или отряд зачислился? Нет, нам зачислился, то есть вот сколько он умерло, его, грубо, 1 000 000, да, вот. А ему зачислилось столько очков, сколько он нам выстегнул с МС. И все. И я так сам делал, то есть в другой раз там то же самое. То есть крепят, грубо говоря, МС. Я ее шпикую, у меня шпики прокачаны лучше, чем те, кто закрепили МС. Опять же, один такой вот шпионаж, что я в плюс ухожу. Все, точка опять же отбита. А система подсчета в тот же Жажде и БК, она одинаковая? Вот я подозреваю, что в Жажде как раз, когда вот ты бьешь башни, или когда у тебя приходят на тебя отряды вот этих вот там йотунов, то считается как бы все, а не то, что убито. Вот по именно конкретно про Жажде я тебе точно не смогу ответить. Это считалось именно вот в БК. Вот даже вот сейчас я найду этот скрин, который тебе кидал. Ну, тут, блин, важно еще посмотреть эти отчеты и с той, и с другой стороны. Так, где я на... потом скинул второй скрин по очкам, ну, по клановым уже по вот этой точке в городах. Ну, конечно, я не могу тебе сейчас по факту. Как же это. Как же это проверить так, чтобы это было не в ущерб? Ну только в принципе в Жажде. Слить точку на БК и все заодно узнаем. МС. В принципе, я завтра это, может быть, и сделаю, потому что у нас все равно БК проигрышный однозначно. Вот, смотри, сейчас перекину второй скрин, но я как бы не могу сейчас как бы доказать, да, что типа это не по не по истечению каких-то других еще боев сейчас перекину. Вот же скрин. Кстати, Данил, помнишь, тебя позапрошлой йоте сожгли? Даже не один раз. Ну, нет, как раз это был, по-моему, первый раз, когда тебя сожгли, когда ты еще потом комментировал, такой, о, какой-то здесь Soul Out меня атакует, а потом бах, и тебя сжигают. Вы же там рассуждали, подстава, не подстава была. Ага. Чисто вот. Случайно совпало. Я тогда даже еще твои стримы не смотрел, я просто так, ну, ходил так, щупал, от кого бы постукаться. Ага. Вот, а потом, как случайно твой стрим увидел, раз, смотрю, вот. И смотрю я, да? Знакомая иконка, знакомая птичка, да, это же я, оказывается. Уже вот, перекинул еще второй скрин. Вот это были очки после того, как, ну, вот... Крин, который до этого кидал при безуспешной атаке, мы посмотрели по своим, как бы по своему опыту, посчитали, да, что мы в плюс, и начали долбить его. Ну подожди, после это этого... же очки не после этой атаки, почти. Это не сразу, да, да. Но как бы я не знаю, будешь верить, нет, ну типа как бы на слово смогу сказать, что мы били, получается, вот как посмотрели, посчитали очки, да, по своему опыту именно, мы начали долбить его. То есть мы изначально важно, чуть-чуть, знаешь, так, вот чуть-чуть проигрывали, буквально пару сотен перебил. Рэдди, смотри, извини, самое лучшее вот доказательство, да, к примеру, то это есть скрин нулевой, да, есть по времени, да, даже можно смотреть, там вот у тебя идеально фиксируется время само, да. Дальше есть скрин атаки, и без других каких-либо баллов отражение второго скрина после обновления, ну, очков, да? Это, блин, настолько сложно подгадать, потому что важно, чтобы другой соклан не ударил, потому что они могут пойти в зачет, да? Но здесь тут... только, видишь, по времени видно, что через 5 минут был второй скрин сделан. Не знаю. Я могу вам так сказать, вот я сколько раз считал, вот, скажем, я бью кого-нибудь и вижу, сколько я ему там выстегнул войск. Ну, там, например, ударил на плите и убил 3 миллиона Т-4. Значит, один Т-4 дает 100 очков, правильно, в БК? Вот. То есть, просто берется калькулятор, умножается там 3 миллиона с копейками на 100 очков
и смотрится, сколько прибавилось очков ПК. И обычно вот эта вот именно красная цифра убитых воинов, она один в один совпадает с количеством очков, которые пришло в БК прибавилось. Ну то есть смотри, вот открой сейчас бражный зал. Последние два скрена видишь, которые я кидал? Да. Вот, открой второй, ну, повыше который. Вот, то есть, по твоей логике, вот здесь минус, правильно? Весь поход атакующего 4200 убивает он 3700 в минус, правильно? Ну, исходя из... Нет, исходя из этого, 3300 потерял атакующий, а 3700 убил у обороняющегося. Соответственно, да. У него в плюс. Вот такой такой алгоритм по логике. А по твоей логике, Рэдди, получается, он потерял 4200. Не, вот Алексей, смотри, то есть атакующий сейчас бьет в плюс. Да. Он бьет в плюс атакующий. Да. Потому что он именно по факту теряет 3300, правильно? Да. Потому что он отдает вот столько очков, а клану приносит вот столько. Ну, красненькие циферки. Хорошо. Тогда вопрос тебе. Почему вот, допустим, вот этому Азию... 42 тысячи осколков падает? Да, почему приходит ему 42 тысячи осколков, а не 3300? Именно не 3, с осколками 3. Так, я понимаю, что осколки приходят за полный отряд, если ты победил. То есть тебе осколки приходят и за тех воинов, которые полегли, и за тех, что улетели у топа в лазарет, и у тех, что радостно побитые ковыляют домой. Но почему при этом тогда очки считаются только по факту? А очки считаются по факту. Вот ты написал, потому что гладиолог. Ну вот так вот он считает. Ну вот видишь, тут же еще, если раскрыть очки, которые, точнее, начисление их и углубиться, да, в буквоеста уйти, убить вражеских воинов. То есть очки считаются за убитых вражеских воинов. Да. А убитые у нас красные. Но я действительно слышал такую теорию, что отряд. Может быть, это связано как раз с осколками. А осколки, давай посмотрим, что здесь в описании осколков. С помощью этого предмета вы можете мгновенно повышать, также изучать тайные знания. Но тут ничего такого не написано. Плохо, конечно, что система начисления очков. В общем, доступа нету. Хотя... Блин, должны быть четкие правила. Да. Нет от Плариума, да. Ну я же говорю, у нас как всегда каждая информация сопровождается фразой, но это не точно. Да нет, по очкам в БК можете быть точно уверены. Я говорю, я полтора года играю, уже много. Ну вот, Альпина тот же самый позиции придерживается, что и Алло. В чате пишется, да, Алло. Мне Альпина в личку в игре написала, я посмотрел или написал. Там вопросов нет, у меня до него еще. Все правильно говорит, очки по красным считаются за гиротоп. Играю 4 года, всегда так считали, ни разу не ошибались. Задира, ну скажи ты, это я уже не могу. Но проверим. Заодно есть почва для размышления, правильно? Кто у вас соперник по БК? У нас? Да. У нас, сейчас скажу, клан 12,8 триллиона, Одинс Волс Рудел. Леша, а у вас кто там? 97-й у нас какой-то амаранговый легион. Какая мога? Ну, 7. Мы как бы еще так в Одине внизу. Ну, если по статистике, у нас вроде бы как боевые. То есть у них уничтожено 420 ярдов, потеряно 190. Лига Удина, во сколько заканчивается по моде? Какой верхний предел? 12, по-моему. Ну, сейчас должны были вроде как повысить немножко. До этого было 10 с небольшим. Рэдди, Олдес у вас, да? Опа. Одинс. Да. Это там, там бывшая моя вождя с Крыма играет, девочка Умбра. Умба. Маленькая. Ну, у них сейчас так, больше может вам повезти с БК, потому что у них сейчас лето, потом они приходят в себя после карантина, там многие как бы не при деньгах, и онлайн не очень. Я их там просил, чтобы меня на йоте проштурмили.
Они за 20 минут 5 человек не смогли собрать. Распсиховались, рассорились и штурм распустили. Ну, умпу я вроде как не вижу. Но если эти немцы, если они закусятся, то они могут воевать. То есть у них... это хорошо будет. Это прям будет хорошо. То есть там такой план, что если они соберутся и закусят, им там 5, 10, 15 штурмов подряд лупить ВМС, ну ура. Такие ребята. Но вот у меня такая пидозра, что у нас будет такой активный БК. Я посмотрел, какие равные соперники. У нас первый раз попадается 3,5, мы там выросли с 2 до 3,5, вот буквально недельки за 2. Поглядим. Задира, ну смотри, если ты говоришь, тебе матом придется отставить точку зрения, то ну как бы... Ребят, мы... Давайте... Да. Нужны аргументы и факты. Даже газета такая была. Когда-то. А может и сейчас есть. Я не знаю. Так. Други мои. Ну что, будем готовиться к БК? Да. Обучение. План по обучению каждый зарядил. Я сейчас надеюсь еще пару зданий поставлю так, чтобы в БК его закончить. Подготовочку сделаю. То есть ты будешь тестить, да, вначале жажду? Я попробую. Но ты главное вот войска только не обучил. Тут главное не заснуть. Сколько Данила, у тебя сколько лазаретов? Сколько чего? Лазаретов. У меня один. Там но здесь можно слышать. У меня все в поместье. Здесь можно даже на Т4 ход, и шутка богов, она через 1.5 часа будет. Да, в шутку и думал. 1.5 часа, блин, я после выходных так тут на подсосе, скажем так. Энергетическое. Он конфеты только спасает, и то подписчики меня за эти конфеты потом в комментариях. Эй. Поглядим. Я тут считал, пришел к выводу, что надо все-таки с двумя лазаретами играть. Двумя? Да. А почему? Какой поход у тебя? Ну, в штурме у меня поход 10+. Если штурм неудачный, то в лазарет улетает там около 4 миллионов со всеми бустами, да? А в один лазарет помещается 200. 200. У тебя еще хороший лазарет, у меня он 800 максимум. Ну, у меня 36-я випка, 35-й лазарет. Да. Я, кстати, знаете, что хотел? Посоветоваться. Я выиграл у Тимура Иммортала, причем два раза выпал мне шанс по комментариям. Вот. Выиграл приз по випке. И мне тут на 34-ю випку всего лишь там 11 миллионов очков. С голдой вроде бы ситуацию поправил. У меня там было 4 миллиона. Сейчас 46 миллионов. Сливай голду в випку. Что, покупать, да? Даже не думай, да. Ну, давай тогда вот нашим таким позитивным окончанием нашего стрима. Сейчас я возьму, посчитаю, сколько? 10-800, да? Больше. Сейчас 10-800. Это у нас будет 5. Это будет 5 миллионов, да? Раз. А, блин, голда моя. Дальше. Еще 10 миллионов. Это 2. И 843 мне нужно. 843. Ну, поехали. Как раз БК впереди, правильно? С новой випкой в новую жизнь. Да, да, да. С новым Асгардом. Красота. Я могу сказать так. У меня в клане что топы, они всю голду, вот реально там прилетело, стащило 40-50 миллионов. Как Абизон 30
миллионов из этих там 40 сливают сразу в VIP, чтобы даже эту голду. Ну понятно, но у вас-то, блин, Т7 прокачаны. А тут еще Т7 конь не валялся. Ну. И что тут получается у нас? У нас. Ну, клановое задание понятно. Количество воинов в походе 45, а было 40. То есть уже 5% прибавилось. Скорость похода 54. Скорость создания урон всех войск 39. Урон здоровья, защита, да? А было... Поход у тебя увеличится здорово. Увеличится количество воинов в подкреплениях. Там внизу летай. Ну вот я ж смотрю, на 5% урон здоровья защита увеличилось. Минуса 1% добавилось. Количество шпионов в отряде плюс 15. Урон войск против второго тира добавился 0.5%. Против первого. Урон отряда в штурме плюс 3%. А стало... Отряда в штурме 5%. Главное, там количество воинов в подкреплениях очень хорошо прибавляет. То есть для дефа циты очень полезная вещь, Виктор. Ну, кстати, да. 55, а было 35. О чем и речь? 20%. То есть 34-я випка, это уже там будет уже к 4 миллионам приближаться количество подкреплений. Да, круто. Но 35-я випка 88 миллионов. Нет, тут, Данил, если это честно, же... если совет... Ну, тебе, наверное, много кто советовал. Вот сейчас уже голду тратить Т7 максимум с этой голды. Да, да, да. Я, так... кстати, я Т7 с 6 уровня на макс сделал без донатов, чисто с ачивок. Да, я, правда, да. Я заморочился, у меня это 9 уровень, там я на 10 иду, охота только начинается. Соответственно, все эти бароны 10 и так далее. Ну, еще один аргумент, что иду в Т7, вот мы стоим там в крепе, да, я там Т6 все у меня полегли, я получил там минимум очков, минимум осколков, пацанам все остальное легло. С потерями, да, там 10% максимум. То это, малыши стоят в этой крепе, в этой встыке, там бах-удар. Там у меня, ну там мой товарищ, еще один там, сколько там, 280, другой там, 360. Малыш такой, а мне 400 прилетело осколков, нам-то 1000 прилетало. Да, 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 да. Да, Т7 вот это вот, то есть когда на Т7 сразу асы начинают качаться, то есть, ну, значит у нас это сыта башня 3 уровня пока. Вот, сейчас вот будем на 4 скоро поднимать. За удачный деф, если в мирное время, если без двойника я набиваю где-то 2,5 миллиона осколков, если с двойником 3500-3600. С одного дефа. Да. Ну при вот, я, ну вот и... При этом мои потери где-то от 5 до 7 миллионов Т7. А ты на чем играешь? 7, да? Я на Лукариар. Поэтому... А, ну, Луки поэтому помечены, пехи вечно страдают. Ну да, как видишь, что на тебя идет, идет он воитель, у него 40 миллионов осадок и 40 миллионов коней. Сразу хочется сказать, ребята, извините, связь залагала, интернет плохой. Уходят. А сколько миллион Т7 стоит примерно? Ну вот в ресах там, либо... В чем их измерить можно? Ну, значит так, я скажу, при моей прокачке, миллион Т7, это 50 недель ускоров, 2,2 Б серые, по-моему, 700 миллионов дерева, 300 миллионов еды и по 150 миллионов железокамня. Ну, больше всего сера идет, да? Да, там она в 2,2-2,3 раза примерно больше. Ну, на единицу. Ой, блин. 2000. 2200-300 примерно. Смотря какие, то есть, как у тебя, может быть, стоимость обучения у тебя не до конца вкачана, еще что-то. Нет, у меня, это седьмая ветка вообще на максимум. Сколько на 35-м замке дают випки пака?
что-то, по-моему, 80 в этот раз было. 80, пак, да? Пак с випкой, он вообще как бы невыгодный. То есть там есть пак ресы плюс випка, там где-то как-то еще терпимо. А вот чисто с випкой они какой-то перекос сделали в этом донате. То есть, ну, при той как бы халявной, ну, в кавычках халявной. Наверное, еще не пришло, да, не пришло время, чтобы они это... Да-да-да, мы его тоже ждем, то есть, как бы, особо никто эти, именно випку не берем, потому что, ну, здесь перекос дикий, то есть... Но они, видимо, они просто не обновили этот пак под новую випку, не знаю. Да, потому что, скажем так, выгоднее купить два пака, тупо наклепать 500 миллионов Т7-х и распустить их на кровавого ярла, получить, значит, за кровавого ярла 500 миллионов голды, получить... за ярла всемогущего, за пару ачивок, там еще соточка. Плюс, когда ты будешь сливать, ты получишь пару достижений слезы фрейм, это еще соточка. И за эти там 700-800 миллионов голды поднять там випку на 1-2 уровня. То есть это получается выгоднее и дешевле, чем именно покупать випские пати. То есть просчитывали мы все это дело. Лакбак спрашивает: привет, ребят, подскажите, как в приложении Plarium вывести чат, сделать постоянно открытым в браузере? Знаю, а в приложении не найду. Ну что здесь, а как это сделать? Ну вот окно чата есть. Вот здесь есть три кнопочки: развернуть, свернуть. Самой вот игре, в смысле? Ну да. Не, ну его как-то отдельно не сделаешь. Он вот здесь как, он не делается. Как есть, так и есть. И вот ты можешь, в смысле, сделать посередине экрана, нажать среднюю кнопку, но он у тебя высветится, и ты не можешь ничего другого в игре делать. Да. То есть у тебя будет именно чат. Никак нельзя сделать. А зачем тебе чат в отдельном окне? Не, он может быть про Plarium чат, который прямо вот в Plarium в этом, как он, в лаунчере? Не Я, знаю. Кстати, никогда не пользуюсь. Они мне тут написали, что там поздравляем с обновлением, у вас теперь есть чат. Вот, то есть если сейчас открыть лаунчер, ну, то есть прямо кнопочка чат. Вот он может про этот чат. У меня так, нету. И она у всех есть. У меня есть друзья, уведомления, библиотека, игры. Нижний правый угол, прямо висит. А, все, вижу, да. Может, это за это и речь идет? Да, мне тут два раза какая-то реклама на порносайте, и все, я вот после этого даже не открывал. Там никого нет, никакого общения нет, какие-то боты за рекламу кидают. Ну что, друзья мои, всем удачного БК. Вот тут Андрей Иванович говорит: народ, успешного БК, желаю, чтобы все сопы щиты проспали. Да. Ну, мне кажется, сразу выигрывать, когда еще два дня БК, тоже не очень интересно. Хочется повоевать, там какие-то движушки. У нас идея в этом БК сейчас запустить через час циту, отдефить ее, получить это, вот эти, закрыть шутку это, и радостно слить БК и идти спать. У нас вариантов нет. У нас, потому что это, все топы сейчас в отпусках разъехались, у нас по факту получается нас 15, ой, нас из 15, из 17 это 7, у нас реально активных 10-11 будет, а у топов 22 человека на Т7. 22 человека? Угу. Ну, посмотря, амаранговый легион, клан, сейчас скажу, какой босс, интересно. Ах, сейчас, секунду. Да, амаранговый легион. Пойдем, смотрим. У меня чуть-чуть Plarium лег, немножко сайт Plarium. Чат выводит тебе в отдельное окно. И, кстати, на самом деле, вот если подумать про это... Вот, 205-й босс, Данил, если интересно. 284, 559, город. Сейчас, подожди. Это йоты вообще как-то было мало. Я не навоевался. Так, какой гос? 200? 205. 205 гос. Да. Цита стоит 284.
5-5-9 город. Ой, Юра, привет. Слушай, а у всех этот разный МС, да, выглядит по-разному? У вас такая МС тут с бассейном. Я ни разу не видел одинаковых МС. Так вот уж, они тут все разные, смотри. Просто, знаешь, такая с бассейном. А какие коры? 284, ага. 559. Ага. То есть тут такие ребятки, я посмотрел. Вот это, вот это ваши сопы, да? Угу. Там у половины кровавые ярлы 10-е, витки там 39-40, ну их. Ну чё, удачи вам. Да, я же говорю, сейчас... В вашем нелегком битделе. Смотрю, тут и на плиточках шестерочках стоят. Тут еще и копает. Да. Даже шестерки. Что там с шестерок можно выкопать? Ну, сейчас же клановый идет ивент на попку. Да. Так вот, Альпина, подытожим насчет нашей дискуссии. Кто желающий, тоже может скинуть скрины Дани в Discord. Сейчас начнется шутка и жажда. Можете либо в один, либо в другой ивент, какой хотите, скинуть свои скрины. Первый скрин, где у вас 0 очков. Второй скрин, как вы кого-то бьете, либо в городе, либо на плите, нужна ваша именно неудачная атака. И второй скрин скинуть, ну, два скрина вторые, это отчет о самом битве, то есть сколько у вас потеряно, сколько вы убили, и, соответственно, отчет о том, сколько вы очков заработали в этом ивенте. Каждый желающий может туда, не думаю, есть ссылка, да, на Discord? Да, в описании есть ссылка на Discord, туда сбрасывайте, и на следующем стриме, если будут мы результаты, это... тогда, да, мы их подведем. Уставший викинг, привет, привет. Дядька, у тебя на майке щит от замка. Ну ты же знаешь, почему это так получается. Tending Games Call. Так, модераторы, почему пропускаем трансляции? Я на БК покажу. Бэби Лечка. Мсифони, привет. Стас, нет, мы о том, что у всех чат внизу открыт, как у Данила. По дефолту его просто нет. И как сделать так, чтобы он был... слева внизу постоянно. Блин, по чату вам не подскажу, ребят. Так, чат. А, я, наверное, возможно, понял. Стоп, сейчас еще раз почитаем, потому что у меня все в чат внизу. А, Стас, ты именно через приложение Plarium, либо через сайт? Санай, у нас соперника нет. А почему нету соперника у вас? А может быть... А, бабулечка, бабулечка MC Pony. Как написал я этот... Напиши по-русски, бабулечка. Сразу все ясно будет. Так, что, друзья мои, всем удачного БК. Проверьте щиты. Минимум 3 дня, чтобы стояло. Мало ли, вдруг у вас интернет отключат. Сейчас вон грозы идут, бывает... интернета и во всем районе нет. Привет, объясни, почему много могучки — это плохо. Некоторые сокланы все подряд качают, к сожалению. Все подряд скачает, к сожалению. Именно приложение Plarium Play. Григорий, ну, потому что если у тебя могучки до 100B, то важно эту могучку распределить правильно, прокачать правильно, чтобы было все... Там, на 30B ты был сильнее, чем другой человек на 30B. А если у тебя могучки 500, как вот у Милы, тебя бить никто не будет. Вот. А есть такие англичане, у которых 1 триллион могучки, а прокачка еще даже не фуловая. Такое тоже бывает. Вот у нас на 861 там вроде бы и 300B у человека, а там разлетается... в 3 раза хуже показатели по сражениям, чем у сотки. Вот, поэтому мога должна быть эффективной.
Причем могучка должна быть эффективной как в клане. Ты же, когда увеличиваешь могучку, ты несешь на себе обязательства того, что на тебя выйдет, на всю твою могу выйдет соперник. И если она у тебя неэффективно распределена, то, соответственно, может попасться сопернику, у которого она эффективно распределена. Вот, к примеру, наглядный личный пример, что на твине, вот, допустим, у меня могучка 11 ярдов, это вместе с войсками, с четверками. Я, ну, дуэлись на плите, я спокойно вызываю плюс-минус 25 ярдов. Как еще раз? На могучка 11 ярдов, я дуэлюсь на плите с кем-нибудь, ну, предлагаю, кто сражается, там, я смотрю могучку примерно плюс-минус до 25 ярдов. Смотря, то есть, там, какой у него шаман, там, да, какие у него руны. Ну, или другой пример бывает в этой игре, вот иногда встречаются кланы, скажем, 3 топ-англа, например, по 1.5 триллиона могучки. Вот. Ихняя могучка 4.5 получает триллионы. И против них приходим мы, 15 человек на Т7, у каждого по 250 могучки. Все, без вариантов, понятно, кто победит. Того, что они своей могучкой, получается, если налетают на боевые кланы, поэтому вот кланы и стараются могучку выравнивать, чтобы не было такого, у кого-то триллионов. Чтобы не было, да, перекоса. Да. Вот у нас из-за этого наш клан, например, страдает. У нас есть там 3-4 человека по 500. Как бы это слишком толсто, и мы все упрашиваем похудеть, но пока не сопротивляются. Наш оптимальный — это 200-300 вот, для таких вот Т7-х кланов. Больше не надо. Интрига расформировал. Я на ачивке. Зачем мне щит, Рагнар? Уставший. Пейте Виагру, стоять 3 дня, будет щит. 3 дня и 3 ночи. Могу 3 дня простоять и 3 ночи продержаться, да? Так, соп, я тут просто не пишу, честно. Ставший викинг, когда стрим по викингам? Юр, когда же стрим запускаешь? Очень многие спрашивают. Да, Юр, что-то давненько я тебя... Я в больнице лежу. Ну и в больнице взял бы, запустил, ты ж видел, там некоторые стримеры тоже... где-то на природе, где-то в аэропорту тоже запускают. И норм. Выздоравливай. Давай поправляйся, нечего по больницам лежать. Или ты пока там людей нету, решил нагнать. Давай поправляйся, не болей. Друзья мои... Да, будем прощаться. Спасибо голосу за то, что зашли, ребята. Видите, дискуссия у нас получилась неплохая. Я випку приобрел, следующий уровень. Спасибо чату за активность. Голос отключаю. Вот. Юрию от всех подписчиков канала, я думаю, у него эти же самые люди... Вот. Тоже передаем привет. Не болей. Всем викингам в чате, которые тоже активно вели дискуссию. Тоже всем скол. Проверьте еще раз щиты. Не подведите клан. В БК ваши потери менее важны, чем то, что вы можете своим просонным, проспавшим щитом повредить, загубить, даже так скажу, БК, и ваш клан проиграет. Это клановая игра, поэтому здесь нужно один за всех и все за одного. В процессе трансляции вы видите, что у нас счетчик подписчиков растет. Это радует. Вижу, что у меня здесь вот действительно щиты на груди прослеживаются. Так что, друзья мои, всем скол. Всем хорошего вечера. Интересного БК. Подписывайтесь на канал Викинг Даниил. Ставьте лайки. Не нравится, ставьте дизлайки. Заходите. Пообщаемся. Всем скол, викинги!
Tranquility Base, this is Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please? Say again, Houston. Roger, we'd like to get both of you in the field of view.